Хочу показать в этом видео, как подключить мотор вот такой от стиральной машины Ardo. Этот мотор имеет 9 контактов. Вот такая колодка. И есть также таходатчик на этом моторе. На роторе здесь с одной стороны вентилятор и с другой стороны вентилятор для обдува. Есть наклеечка с данными этого мотора, что мы имеем 2800 оборотов в минуту. Это обмотка на отжим 140 Вт и 400 оборотов в минуту 80 Вт режим стирки. Для запуска этого мотора используется вот такой конденсатор 25 микрофарад. Показываю схему подключения мотора. К 220 здесь нарисована колодка и два режима: отжим, стирка по часовой, против часовой. Здесь восьмой провод, это будет общий провод. К нему подключаем один провод от 220 питания. И 220 второй провод идет через конденсатор на обмотку. Шестой и пятый контакт это на отжим. И четвертый, третий это на режим стирку. Для удобства я закрепил конденсатор. Сразу подсоединяем два провода и подключаем их на обмотку. Это будет шестой и седьмой провод. Красный и синий. Это обмотка на отжим. Теперь берем провод. Один питающий на общий, черный здесь он, восьмой номер на схеме. И второй провод на конденсатор. Все, можно включать в сеть и сейчас посмотрим, в какую сторону будет вращаться. Итак, вращается против часовой стрелки. И сейчас меняем направление. Переставляем здесь на конденсаторе на другой контакт. По часовой крутится. Теперь пробуем обмотку на стирку. Коричневый и серый. Точно так же подключаем общий и питание на конденсатор. Вот таким образом работает этот мотор. И еще один момент покажу. Если у вас в моторе нет такой колодки, просто провода обрезаны, то откидываем, естественно, провода на таходатчик и нужно определить, на каких проводах термопредохранитель. В моем моторе вот они, белый с красным. Можно проследить либо визуально, они идут на предохранитель. Вот я немножко здесь расковырял, видно, вот он сверху на обмотке. Обычно он подсоединяется. Либо мультиметром прозваниваем. Самое низкое сопротивление будет около 1 или 1,5 Ома. Остается 4, вернее 5 проводов. С общим, возможно, не будет непросто определиться, но обычно он черным цветом провод. И две обмотки. Здесь можно подбирать различные комбинации. Мотор обычно заработает, ну, только в одной комбинации. Пробуйте. И также я вот нарисовал сопротивление в этих комбинациях. Возможно, кому-то пригодится. На этом все. Показал, как подключить этот мотор. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока.